В ночь с 27 на 28 октября состоялась удивительная христианская вечеринка «Аллилуин» в Московской церкви «Благая Весть». Этот праздник молодежь отмечает уже 8-й год, и за это время он стал известен по всей России и за ее пределами. Около 1000 молодых людей в зале и более 10 000 в прямом эфире собрались вместе, чтобы прославить Бога и показать миру христианскую культуру. Этот праздник – полная противоположность Хэллоуину. Вместо того, чтобы, надевая маски нечисти, нести в мир мрак и грех, молодежь собралась для того, чтобы провести всю ночь во свете, прославляя имя Господа Иисуса Христа. С одной стороны, Аллилуйя, он ничем не отличается от прошлого года, потому что Господь, он всегда один и тот же. Но каждый год мы стараемся превзойти самих себя. Если сделали мы какие-то ошибки, мы над ними работаем. И мы анализируем, как состояние аудитории, что они чувствуют, как они переживают. И каждый год мы совершенствуемся все лучше, лучше и лучше. Для того, чтобы каждый раз стать на шаг выше самих себя, чтобы себе сделать вызовы, которые их достигать. Мы готовим коня, но мы знаем, что победа от Господа – это самое главное наше упование и наша надежда и вера. Что ты кормишь, то и растет. Если ты кормишь себя какими-то негативными вещами, такое состояние у тебя будет расти. Но если ты кормишь себя позитивным, если ты кормишь себя божественной пищей, то, соответственно, твой дух, он будет торжествовать и он вырастет. Так что я приглашаю тебя присоединяться к Аллилуйну, который будет распространяться по всей России. Мы ждем тебя. Информационное бюро «Спектр», Москва.